Николаеве правоохранители раскрыли коррупционную схему по аттестации моряков. Члены Государственной аттестационной комиссии, как говорится, поставили дело на конвейер. Каждый моряк, чтобы получить разрешение на работу в море, должен был заплатить взятку – $300. Подробнее Кривой Щешин. Коррупционную схему раскрыли сотрудники Управления защиты экономики совместно с прокуратурой. Уголовное дело завели еще в прошлом году, но о подозрении трем участникам схемы объявили лишь накануне вечером. Ключевая фигура – это сотрудник Николаевского регионального филиала инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. Вместе с ним по делу проходит двое посредников – преподаватель Центра подготовки плавсостава и директор частного предприятия. На данный час проводятся следствие действия. Трьом фігурантам доказаної справи оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбачено частина 3 368, санкція статті, за яке передбачає до 10 років позбавлення волі. Каждый моряк за прохождение аттестации должен был выложить $300 вдобавок к официальной стоимости подготовки. Переаттестация для моряков – дело регулярное. Без нее уйти в море невозможно. А чтобы на экзамене не завалили и можно было работать дальше, приходилось платить. Следователям удалось задокументировать множество фактов получения взяток. Их общая сумма около 800 тысяч гривен. После объявления о подозрении у следствия есть 2 месяца, чтобы завершить расследование и передать дело в суд. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев.